Привет, мои дорогие друзья! Захожу в YouTube, а там такая ссылочка, комментарий одного из моих подписчиков. Я перехожу по ней, и я реально в шоке. Почему на APMEX в США продается наш архистратик 1 гривна 2020 года, новый? Ну как это может быть? У нас нет, а там есть. Вы сейчас узнаете, почем он там продается. И самое главное, вы узнаете тираж этой монеты. Там они все знают, для них все есть. А мы кто? Я вообще не понимаю, как может быть такое наплевательское отношение к собственным гражданам этого банка. Я понимаю, что это филиал, но все же, ну как же так можно было? Я просто не понимаю. Это категорически я не согласен с этим. Тираж 30 тысяч штук. Шикарный тираж, но вы теперь понимаете, что 2019 года тираж монет меньше. Соответственно, 2019 год продолжит свой рост со временем. Так что я думаю, если нету этого 2020 года, да и хрен с ним. Мы будем покупать 2019 год. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. А мы узнали еще и цену. По $42 продают этот архистратик в Штатах. Соответственно, это гораздо дороже, чем есть сейчас. И когда у нас упадет цена, может быть, мы купим дешевле, чем архистратик стоит в Америке. То есть, может, это единственное, что нас может порадовать, что мы здесь можем купить немножко дешевле эту монету, чем американцы сейчас ее покупают. Блин, ну почему американцы ее покупают, а мы еще нет? Ну как же так?